Сегодня видео. Девка с большими буферами, большой гарем, чел, который озвучит аниме, и идешь о том, что нас убьет, поцелуй и порно? Или смотрим ЛГБТ-полулюдей, которые считают себя богами? Всем привет! Хоть это не новая тема для Ютуба, но новая тема для моего канала. Сейчас мы будем смотреть тех, кто называют сьюхами. Сьюхи — это персонаж, придуманный юным автором. Обратите внимание на слово «юный», который был придуман под впечатлением от того или иного фандома. Они часто влюблены в каких-либо персонажей игр, фильмов и мультфильмов. Все, наверное, это уже знают. Но это я рассказал для тех, кто в танке. Ладно, погнали смотреть тех людей. Блять, даже людьми ты не назовешь. Всем привет, Недронос. Чё сразу за оскорбление шлих... Ой, то есть сьюха. С вами ваша новая Кролли, вы супер крутая бодиниме, режима Бенди и Солнце. Так вот, я хотел вам сказать, дебилы, то, что Солнце Бенди мои, и если вы их тронете, то я вас просто убью. Ебать ты черная! И да, кстати, ребят, это ведь правда, так? Да, это правда. Чё-то Бенди сказал, что он ее любит, а Солнце нет. Странно. Впрочем, это уже совсем другая история. А чтобы это еще раз доказать, вот мы сделаем вот так. Странное доказательство. Да к тому же... Да и к тому же отвратительное. Как же ты тезик с собой не взял? Те же волосы, как у меня. Да она стала уже делать видео про сьюх. Даже не удивлюсь, если она еще меня будет сьюхой называть. Будет, будет. И не раз. А может и нет. Хотя она сама и есть сьюха. А еще вот, если вы будете писать, что я сьюха, или что кошак их за ним не срисовывает, или что Солнце Бенди не мой, то я вас убью. Всем пока, недоносочек. Во-первых, тебя никто слушать не будет. Все будут тебя сьюхой называть. Всегда эти слова путаю. Во-вторых, хватит обзываться. В-третьих, за убийство в каталажку садят. Так что ты засышь убивать несколько десятков, а то и сотни человек. Фух. Погнали ко второй схюхе. Ваша новая королева. Ага. Новая королева. А чего? Да хрен его знает, да? Меня зовут Всемогущая. И я хочу сказать, что... Солнце мой парень! Блять, мои уши! И чё у тебя с глазами? Кресты вылазят? И если вы его тронете... Или поставите дизлайк под моим видео и отпишитесь от моего канала, то мы с Солнцем вас убьем. Так, дизлайк поставил. Солнце тронул ножом. Интересно, а не подписка это отписка? И где это сьюха со своим Солнцем? Сейчас я позову Солнца. Ебать, сиськи стали дыбом. Правда, что мы убьем их, если не поставить дизлайк и отпишутся. Мда. Вот это вот Солнце жмыхнуло. Конечно, я видала похуже. Да. И правда то, что мы с тобой встречаемся? Конечно, это правда, моя королева. Так, да, мы им докажем. Давай поцелуй меня, Солнце. Конечно. Вот теперь я точно взял тазик. Нет, не подпишусь.
Две прошлые шлюхи, то есть сьюхи, были по одной минуте. Но эта барышня удивила меня настолько, что мне было необходимо взять ту самую забывалку из людей в черном. Сразу говорю, после просмотра этой сьюхи возьмите забывалку из людей в черном. По скриптум, я не шучу. Так, повернем. Чик! Ну и? Ты будешь молчать? Или хоть что-то говорить? Всем привет! Молодец, что заговорила. И я между братьев озвучиваю аниме. И... Хоть я аниме смотрю редко, но твоего голоса ни разу не слышал. Что вы меня смотрите. Я анимирую очень красиво. Да. Виляние хвостом — это очень красивая анимация. Вот. И у меня есть для вас новости. Потому что я стала королевой вселенной. Снова королева. Но вселенной. И у меня есть несколько парней. Это Бенди, Марко, и... Так, я забыла, кто у меня там еще? Фокси. Нихуя себе гарем. Всего три парня, а одного забыла. Я бы понял, если бы парней было бы 10. Или даже сотни парней. А три парня, которого одного забыла, блять. Сука! Потому что они самые крутые и... горяченький, как я. Да. Притронусь и сгорю нахуй. Я хочу показать вам мою оску. Оску? Оску! У меня, если что, винда 10. Смотрите, я наполовину тамбой, наполовину девушка обычная. Тамбой? Ну ладно. И еще у меня есть радужная браслет. То ожерелье, то браслет. И если я увижу Гет, то он король вселенной, что ли? Или это типа, вы не понимаете, это другое? И его вручают всем королевам вселенной. Дальше. У меня радужные волосы, они были рыжими от рождения, но они стали радужными, потому что я стала королевой вселенной. И потом, у меня есть такие вот сердечки. Еба, уведомление. Освободи память, сьюха. Потому что... у меня есть такие вот сердечки. Вот эти сердечки, они очень красивые. Я родилась на Мьюни. Вот. И у меня есть такая радужная одежда. Никого такой больше нету. Трудно спорить, если чуть ли не каждый гомосек носит такое. Она очень яркая. И я самая популярная на Земле. Потом... у меня есть доказательство того, то, что Фокси, Бенди и Марко мои. Опять всратые поцелуи? Или... ребята, идите сюда! Ребята, идите сюда! Твои псевдопарни уже это поняли. Нахуя так орать? Да, моя королева, я тебя очень сильно люблю. Да, моя королева. Да, моя королева. Тупо скачала картинки с инета. Я все сделала для тебя. Они только мои. Опять глисты радужные. И если вы попробуете их украсть у меня, то вас будет очень-очень долго мучить о моё проклятие скелета. Я дочка Санса. Ага, ага. Так мы и поверим.
Вот. И на самом деле я наполовину фура, наполовину скелет. Наполовину фура, наполовину скелет. Понимаю. И если вы посмеете их тронуть, или, может быть, меня убить, или назвать Сьюхой, то я вас реально убью. Ожидаю покушения. Я вычислю вас по IP, и вам не поздоровится. Юная хакерша, IP тебе ничего не даст, если ты, конечно же, его узнаешь. Поэтому лучше соблюдайте мои правила, или иначе я больше не буду для вас озвучивать аниме. Понятно вам? Ну и ладно. А я типа хентай озвучиваю. Но это же бред сумасшедшего. Так. Это я голая перед Марком. Обана. Порно на Ютубе. И такое всратое. Вот. Вот это мы с Марком целуемся. Ага, целуемся. Сука, блять, это же лютое воровство. Вот, мы такая сладкая парочка. Мне очень нравится Марк. Он такой крутой. По канону Марк встречается с Стар. А ты ему неинтересна. Ну что же, всем пока. Пишите хорошие комментарии и ставьте лайки, потому что я так сказала. Ну да, конечно, дизлайк. Вот такое у меня получилось. Хотелось бы, конечно, побольше, но за такое YouTube пошлёт меня нахуй. Я старался очень долго, и можно заслуженно поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!